Здравствуйте, вы смотрите телеканал Шоп-н-Шоу, я его ведущая Надежда, и у нас в гостях наш эксперт, шеф-повар Глеб. Здравствуй, Глеб. Здравствуйте. И я с нетерпением жду его экспертной оценки нашей блинной сковороды с антипригарным покрытием Майер Бош. Обратите внимание, какая она яркая и красивая. У нее низкие бортики, очень гладкая антипригарная внутренняя поверхность и, что самое важное, толстое дно, что позволит вам легко выпекать очень тонкие и красивые блинчики. Ее ручка из ненагреваемого силикона, очень удобная, приятная на ощупь, сделает ваше приготовление блинов быстрым, легким и безопасным. Ну а яркая расцветка, безусловно, в считанные минуты поднимет ваше настроение. У меня для вас есть хорошая новость. Цена Шоп-н-Шоу 790 рублей. Кроме этого, вы получите в подарок набор салатников из 5 предметов с крышками из жаропрочного стекла, которые можно использовать в микроволновой печи. Глеб, ну а я смотрю, ты уже вовсю испытываешь нашу сковороду. Конечно. Я сразу же хочу отметить ее толстое дно. Это очень важно для любой блинной сковородки, потому что обычная, любая блинная сковородка, она тоненькая, легонькая, да? В считанные секунды, я смотрю, ты приготовил, да, наш блинчик. Толстое дно равномерно распределяет тепло по всей поверхности сковородки, быстро помогает нам приготовить наш блинчик. И тоненькие блинчики, это очень важное для них качество. А еще эта сковородка будет долговечна благодаря этому толстому. Ты знаешь, это очень важно, потому что нам приходится часто менять блинные сковороды, их дома скапливается огромное количество, а наша сковорода такая красивая, что не хотелось бы менять ее часто. Ой, какой потрясающий, потрясающий получился у нас блин. Можно с позволением этого попробовать? Я не могу удержаться. Конечно, используй варенье, да. В наших салатничках очень удобно лежит варенье, очень удобно. Я вот так возьму. Так. И, конечно же, в этих наших салатничках очень удобно хранить начинки для наших блинов. Да, для наших блинов. А если мы используем не все, мы можем очень легко накрыть их крышечкой и отправить их в холодильник, мне кажется. Именно. Более того, на этих сковородках можно готовить блины из любой муки. Абсолютно из любой. Из ржаной. Или из гречишной, допустим. Блин. Очень вкусно. Глеб, спасибо тебе большое. Они тают во рту, такие тонкие. Потрясающие блины получились. Вот, наши блинчики, еще получаются настолько хорошими, потому что у нас невысокие борта. Это они очень легко, удобно для блинных сковородок. Снять нам блин со сковородки. Глеб, смотри, а мне кажется очень ценно, вот, например, для наших салатников, что мы их можем разогревать в микроволновой печи. Потому что мы, как женщины, всегда заботимся о наших близких и родных. Мы с легкостью можем приготовить обед или ужин заранее, положить в один из салатничков, накрыть крышечкой и дать любимым людям, да, детям или мужу на работу. Он его там погреет и будет всегда удобно, вкусно, быстро накормлен домашней едой. Это очень важно. Крышка очень легко открывается, закрывается. Достаточно герметично и плотно. Вы можете не опасаться, что салатник опрокинется и из него что-то выпадет. А также из-за того, что они стеклянные, да, и их можно разогревать в микроволновке, вы можете вашу начиночку, которую вы там храните, вот здесь у меня творог, да, а вот здесь у меня грибы с луком, вы начинку легко и просто разогреете в микроволновке и положите прямо, да, в горячий блин. Да, и блинчик получится у нас горячий внутри, да, это очень здорово. Вот, у нас не могу не красота. Отметить еще один момент. Это очень легкие сковородки. Если вдруг на масленицу вы начали печь блины... 100 блинов иногда нам приходится печь на масленицу. На всю родню. Быстро, тонко. Тещины посиделки, да, там, невесткины. То ваша рука с этой сковородкой не устанет. Согласитесь, дорогие телезрительницы, что умение печь тонкие, вкусные, поджаристые блинчики достаточно тонкая наука. Итак... Ну что же, Глеб, мы с тобой испытали нашу блинную сковороду с антипригарным покрытием компании Майер Бош. Решили, что она очень удобная, очень практичная, яркая, поднимает нам настроение. Толстое дно позволило нам выпекать просто в считанные секунды вкусные, тонкие, красивые блинчики. Это очень важно. Ну и, конечно, приятная цена 790 рублей. И подарок наших салатников. Как вы видели, у нас в них были начинки. Мы их можем разогревать в микроволновой печи. У нас есть очень удобные герметичные крышки. Глеб, мне кажется,
Все сегодня получилось просто великолепно. Ну и, конечно, я вам хочу напомнить, что в течение 15 дней вы можете вернуть товар или получить обратные деньги, если вам что-то не понравилось или вас что-то не устраивает, возможно, что-то не подошло. Купить блинную сковородку очень легко. Вам нужно позвонить по телефону, который вы видите на вашем экране. Не отказывайте себе ничем, пробуйте, наслаждайтесь, звоните, заказывайте и помните, что вы ничем не рискуете. Оставайтесь хорошими хозяйками. Всего доброго, до свидания. Всего доброго.